Краткое содержание рассказа Николая Семеновича Лескова «Старый гений». Пожилая дворянка соглашается выручить молодого столичного франта, чью мать она когда-то знала. Старушка закладывает единственную свою ценность – небольшое имение – и отдает вырученные 15 тысяч рублей молодому человеку. Женщина нисколько не сомневается в его честности и порядочности. Когда же приходит срок выплаты долга, перестает отвечать на письма старушки. Женщина остается один на один с серьезной проблемой – лишиться крова над головой для себя, дочери-инвалида и малолетней внучки. Помещица отправляется в Петербург и обращается в суд. Она выигрывает дело, но никто из судебных приставов не готов взыскать с мужчины долг. Всем известно, что у него высокие покровители, и он принципиально никому и никогда не возвращает долги. В отчаянии старушка предлагает чиновникам большие взятки, но никто не хочет связываться со столь проблематичным должником. В трудную минуту на помощь женщине приходит таинственный незнакомец. Всего за 500 рублей он берется решить ее проблему. Старушке не остается ничего иного, как довериться гению. Тот находит подходящего исполнителя, который затевает драку с должником, привлекает внимание полиции и при всех вручает бумагу. Франц спешит уехать за границу и немедля выплачивает долг старушке.